Приветствую вас на своем канале Asmodee Play. Мы играем GTA 4. Берем очередное задание. УДЖИ. Только что его привезли с пулевым ранением в пузо. И ничего. Вон, жена довольная у него. Ну, он правда выжил. Да, мне его пришлось спасать. Простите. Так, поезжайте в закусочную. Хорошо, без проблем. Включаем телепорт. И вот мы здесь. Прибыли на место. Так, жирный. Так, догоните бандитов Павана. Опять гонки. Так, едем за преступниками. Ну как преступниками, я же тоже преступник. Так, что за... Чем дальше, тем хуже, блин. Едем. Мы догоним и наваляем. Уж в этом сомневаться-то не надо. Так, где вот это вы? Нет, не вы. Блин, чуть не расстрелял ни в чем не повинных. Так, вот темная машина была. Темная машина. Прямо, прямо, прямо. Опаньки. Господи, это трюк еще какой-то. Да не удавшийся. Плоховато. Да я, в общем-то, и не собирался, как бы. Не знал, что здесь трюк. Бунк. А вы как проехали, не ломая преграды? Ну-ка, расскажите ко мне. Как вы-то проехали? Или что, для вас открываются заборы и шлагбаумы? Как такое возможно? Блин, блинский, так. Аккуратней, аккуратней, аккуратней. С вами каши не сваришь, блин. Так, вы где-то здесь. Вот они вы. Смотрите, как я сделаю. Вот так вот. Ну, мать, я с вами здесь в игрушки играю, что ли? Да нисколько. Вот теперь оставшиеся где-то там. Сделайте так, чтобы полиция перестала вас искать. Господи, у меня от машины-то ничего не осталось. Ну, одна звездочка, ничего страшного. В легкую уйдем. Тихо, тихо, тихо. Ну, под колеса-то не прыгай. Не хватает. Две звездочки заработал все-таки. Все-таки заработал. Так, теперь потихонечку, полигонечку. Направо. Не спеша, не спеша. Уходим от погони. Налево. Вот так вот. Петляю туда-сюда. Уйди от меня. Приставал. Так, теперь вот надо на большую трассу выйти. И все нормально будет. Так, я не понял, вы что? А, господи, вот он почему. Он у меня прям в меня въезжает. Ну, вот сейчас на прямой трассе-то смогу я оторваться? Или не смогу? Машина-то тянет или нет? Блин, они на хвосте, да, за мной прямо таки едут. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой-ой, вот, вот я развернулся, спасибо вам, чуваки. Теперь каждый своей дорогой. Теперь каждый своей дорогой, пока ты там разбираешься. Я надеюсь смотаться. Господи, у меня еще колеса нету, господи, на диске еду. Тихо, 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 тихо.
Спасибо, что помогли. Да, ох ты, как они сильно хотят меня поймать. Прям есть не могут, пить не могут. Бум. Ой-ой-ой. Надо было КамАЗ брать. Едем, едем, едем. Ну вот неплохой вариант съехать с дороги. Давайте вы-то что, за мной повторять будете? Ой-ой, какие трюки они исполняют. Кто им права выдал? А я теперь вниз. Ой, по мне стреляют? А у меня так от машины уже ничего нету. Еду как могу. Как получится, так и еду. Давай, ты налево, я направо. Разъехались. Я к тебе претензий не имею. Все, езжай. А ты имеешь ко мне претензии? Ну уж извини. Так. Меняю машину. Потому что на такой тарантайке я уже точно на сойдет. Едем. Так, ну этот пешеход мне не страшен. Пешком он меня не догонит. И вот я уже оторвался от них. Я понимаю так. В тупик себя загнал, конечно, но... Надо же сделать, чтобы полиция меня перестала искать. Это главное. Вот она перестала меня искать. Миссия сделана. Тихо. Тихо. Так, стоимость проезда. Все, оплатили. Перебегаем дорогу в неположенном месте. Ну, давайте. Как жизнь, Берни? Благодарю. Правильно. Благодарите. Это мы любим. Все нормально. Черт, деньги лишними не будут. Давай, деньги никогда лишними не будут. Эй, Томми. Так, седьмая лошадь, седьмой заезд. Не играйте, не играйте. Ибо это все от лукавого. Давай. Это мне не интересно. Миссия в чем заключается? Перебить, убить, изувечить, замучить. Блин, ехать. Ладно, телепортируемся. Итак, телепортация прошла успешно. Блин, не пролетели. Ладно. Тихо. Надеюсь, подписчики, вы не против, что я сокращаю вам время поездки, потому что это было бы очень утомительно. Итак, мы добрались до грузовика. Все, пересаживаемся и рулим. Это, так сказать, миссия. Поэтому мы будем основываться на этом, чтобы... А то мы искатаем туда-сюда, это по времени очень много займет. Поэтому надо основываться на самих миссиях. Так. Видать, мы собираемся так, да, пустыри прям. Ой, я не рекомендую вам на этих грузовиках в что-то врезаться, потому что мало ли что. В одном была взрывчатка. Это, знаете, только ткнулся, он сразу запищал, запикал. Это он с кокаином что-то связано. Так что вы сами, главное, не связывайтесь с этой ерундой. Кстати, пишите в комментариях по поводу того, как вы относитесь ко всем этим наркотикам. Надеюсь, негативно. Потому что даже малые психотропные вещества, это все равно наркотики, которые разлагают ваш мозг, проедая их изнутри, как червячок. Что-то наподобие сомнения, только в наркотическом угаре.
Так. Вот грузовичок, кстати, инкассаторский. Вот даже не знаю, если его грабануть, инкассаторский, денег много будет? Можно его вообще грабить? Кто-нибудь задавался этим вопросом? Если не ошибаюсь, в пятой GTA можно грабить инкассаторские грузовики. А вот в четвертой неизвестно, можно или нет. Поэтому, если вдруг кто-то этим занимался, промышлял, поделитесь, пишите под видео, как вы это делали, много ли денег срубили на этом. Вот, что следует ожидать. А это сразу 6 звезд. Хо-хо, схватил и все. Тебя на месте расстреляли, а у тебя один пистолет только за душой. Потому что инкассаторскую машину можно встретить нередко. Я вот, кстати, вот, если не ошибаюсь, второй раз его встречаю, данный автомобиль. Так что в этом у меня опыта мало. В поисках инкассаторских машин. Так, ну здесь вроде как ничего не происходит. Да, миссия вам попалась именно такая немножко скучноватая, раз ничего такого не происходит, просто вести грузовичок. Это, я вам скажу, не очень интересно, да, особенно наблюдать за этим в данном этапе, когда интересно наблюдать за грузовиком. Это в основном, когда играешь в дальнобойщиков. Вот так вот, смотрите, опа, протащили, и ты вроде как и ничего и не должен, и денежку не надо платить, и менты за тобой не едут, потому что не ты прорвался, а впереди стоящий. Так что по всем вопросам обращайтесь к нему. Так, наркоту, значит, доставляю. Надеюсь, вас там всех перебить надо будет по итогу. Ой, как я не люблю это. Ну, деньги есть деньги, особенно если это деньги игровые, потому что на настоящие деньги нет такой наркоты, чтобы я ввязался в такое. А здесь можно. Это, так сказать, отдушина нашего кровожадного я, который сидит внутри нас. Вот сюда. Вот сюда надо заехать. Ну давай. Потихонечку. Ну что, я вооружен и очень опасен. Что требуется далее это от меня? Или что, или просто грузовичок пригнал и все? В этой мастерской русские наркодилеры торгуют кокаином. Ну, замечательно. С меня-то что требуется? Могу перестрелять их. Моторная лодка с грузом наркотиков уже прибыла, так, и она все еще не разгружена. Так. Мастерская надежно охраняется, поэтому важен элемент неожиданности. Ага, вот так вот. Значит, все-таки перебить. Ну, давай посмотрим. Парень, мы приехали забрать груз. Я не говорю по-английски. Так. Я без особого распоряжения. Кстати, надо будет бортом поставить так, чтобы... Что-то мне не нравитесь. Понятно. Вот так вот. И вот так вот. Все по-старому. Господи. На тебе. Теперь понятно. Будем аккуратны. Мотаем ленту немножко назад. Итак, отмотали в маленькое время назад. Да, каждый бы хотел иметь такую способность, я уверен. Итак, давайте повторим наш подвиг. Посмотрим. Так, значит, на красной бочке. Кстати, когда освобождал брата, я стрелял, ну да, по-моему, брата освобождал, стрелял по этим бочкам, они не взрывались. Почему сейчас взорвалось, я не знаю. Хотя, в принципе, они, по идее, должны взрываться. Ну что ж, валим этих несознательных личностей. Я не говорю по-английски, идите нахер. Эй, амиго, не надо все усложнять, я просто хочу доставить груз моему боссу. Ну и неважно, кому хочу груз доставить, тебя-то не колышет, тварь.
Ой, на меня тыкают оружием. Это не есть хорошо. Так. На. Вот так вот. У меня на всех хватит патронов. Я пока даже вылазить не буду. Так, разворачиваем бортом. Вот так. А вот теперь вот мы поговорим. Так, где у меня оружие-то хорошее? Вот. На. Вот так взорвалось, а так не взрывалось. Что там еще? Куда ты несешься, дебил? Посмотри, чтоб сначала было все чисто. Несешься, блин, не глядя никуда. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А-а-а. Ну-ка, отвали. Вот так вот. Что-то вас много и со всех сторон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну это я, да, это мое упущение. Прошу прощения, это мое упущение. Да, меня чуть не загасили. Интересно знать, здесь аптечка где-то есть. Вот здесь вот может быть, дай-то бог. Давай ты там тоже отстреливайся. Хрен там, ни аптечки, ни броника. Вот это ситуация. Так, выглядываем потихонечку. Не быкуем. Вот он. Есть. Давайте посмотрим, что нам надо-то в итоге-то. История. Проберитесь через мастерскую вместе с Белым. Ага. А, так можно было и на машине прорваться так-то, по идее. Теоретически. Ага, не взрывается. Хорошо. Давай, надеюсь, прибил. Надеюсь, пристрелил тебя, падла. Ну-ка, давай-ка вот здесь вот. Где ты? Ножки-то вроде вижу. Ну, надеюсь, я тебя пристрелил. Ну, нет, не пристрелил. Это что, можно даже не надеяться, когда я сказал, что надеюсь. На. Давай-ка, где тут? Еще один должен быть. Вот он, вот он, вот он, вот он, смотрите. Ну, вот его я пристрелил. Так, тут кто? Тут мой. Это кто? Блин, это по мне стреляет, это точно знаю. Ой-ой-ой. Так, первый есть. Второй есть. Давай. Никогда не жалейте патронов, когда речь идет о вашей жизни. Так. Могу ли я-то обойти все дело? Обойти-то могу. Ну. Давайте смотреть, что тогда я могу сделать здесь. Проберитесь. Ну, тоже своего рода пробрался. Я возьму себя туз. Ты левый, давай, Ника. Ой-ой-ой-ой. Куда? Давай, твою ж мать. Стреляй. Вот так, ни хрена себе, это сколько ж на него надо было. Погиб. Ну погиб и погиб. Блин, плохо. Ладно. Переигрываем момент. Перематываем. Делаем кнопку назад. Итак, кнопка назад. Отмотать время. У нас действует хорошо. Отмотали. Ну и опять перестрелка. Давай, я вас все равно сейчас перестреляю. Да, вот так вот.
Патронов у меня на вас всех хватит, падла. Вот так вот. Давай еще немного осталось. Давай-ка вот так. Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа. Можно было, конечно, бы и проехать, но я не стану так рисковать. Уже ездили, хватит. Блин, не могу его задавить. Падла, он меня расстреливает. На. Вот так вот тебе. Давайте я отгоню грузовичок. И вот так вот сейчас я выйду, и вот теперь уже можно будет разговаривать на равных. Давай, на тебе. Следующие. Вот там, кстати, наверху они будут. На. На. Где еще? Вот он идет. На. Выжил, выжил, смотрите, он выжил, на. Вот теперь не выжил. Ой-ой-ой. Тихо-тихо. Подожди, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну-ка, беги. На-ка. Выкуси. Вдоль. Ой-ой-ой, кто меня там еще так... Ой, меня хорошо так еще полосует-то. Давай, давай, давай. Я сейчас сдам тебе. На. Хорошо дал. Следующий кому дать? Вон он стоит. Блин, давай. Хоть где-то там, что там, в щель пробить. На. Нико. Давай вот так вот пробегу. Давай. Ты налево, я направо. Давай, куда? Я знал, что мы так побежим. Так, а мне туда надо бежать. Хорошо. Тут главное прорыв, я понял. Я понял, тут главное прорыв. Не надо затевать с ними драку. Вот, кстати, броник, который я так ждал. Не жалейте, я еще раз говорю, не жалейте патронов. Давай, садись. Мы направляемся к докам. Так, следуйте за к месту, ага, товара. Ага, понятно все. Блин, вот почему все не могло пройти так гладко? Ну ладно, хоть броник взял. Ё-моё, чуть не загасили. Блин, управление на лодках перемотаем. Очень-очень тяжело. Итак, мы отбились, отстрелялись. Можно было просто остановиться, отстреляться и потом догонять его. Да, сойдите. Сойду с удовольствием. Тихо, не туда. Ну куда ты, дебил? И... О, молодец, скотинка. Так, что мне надо-то? Ну, вот сюда я встану. Ну, давай. Блин, кстати, вы, может, и не слышите, но я это все делаю под группу Арктида. Да, музыка меня устраивает как раз к погоням, стычкам и дракам она приспособлена. Так что можете включить, послушать во время прохождения. Так, ты очень здорово проявил себя, не потерял голову, это ценное качество. И без проблем, обращайся. Ну так, миссия выполнена. На этом все, увидимся в следующем видео. Кстати, оставляйте свои комменты, без разницы какие. Главное, чтобы они были положительно настроенные о том, как вы проходили данную миссию. Все, увидимся в следующем видео, пока.